будет устанавливаться этот блок вот в это место. И сейчас я посмотрю. Ага, вот видите, как пытается. Значит, нужно убрать излишки раствора, которые мешают. Дождь крупными каплями прям падает, и шум раздается. Вот почему там много сейчас опять пыли от этой от этого раствора. Вот так вот сбиваю. Этот раствор смоченный, он же пропитался грунтовкой. И легко, без пыли. Вот представляете, как. Проверю еще раз. Потому что первый ряд он такой. Вот здесь обязательно черту делаю. Так, вроде бы. Вроде бы. Вот видите, в каком месте нехорошем. Вот так каждый блок проверяю. Каждый раз его устанавливаю и каждый раз его снимаю. То есть это будет вверх. Я вот так вот переворачиваю. Все. Убираю все лишнее. Все лишнее убираю. И раствор вот так вот растягиваю. Поверхность неровная. Этот раствор намазываю, вот когда кошку гладят, я тоже самое. Вот так вот. Вот, вот так, вот так, вот так. По всей спине этой кошки. И теперь этот блок тоже смазываю, особенно на вот эти вот края желательно нанести раствор, чтобы он вот так вот торчал. С той стороны я не смогу сделать так. И теперь то же самое здесь сделаю, чтобы не было никаких щелей между вот этим раствором и этим раствором. Вот первый ряд, это вот нужно поколдовать, не торопиться, сделать как положено. Потому что на полу самый-самый холодный воздух. Если маленькая какая-нибудь щелка будет, то холодный воздух будет поступать в теплую комнату. А зачем это нужно? Раз блок вот так вот устанавливается, значит, вот этот торец нужно тоже обмазать, нанести слой раствора. Вот таким вот образом. И прежде чем ставить, нужно здесь вот почистить и пенку.
эти действия сделаны, эти действия сделаны, хотя я вот здесь вот толстый слой сделал, ничего страшного. Снизу подступлю вот так вот, и теперь боковые удары. Здесь вот подмажу, сделать вот так, лишний раствор клея удалить, все. Можно вот так вот сделать. Там везде заполнено все клеем. И здесь шва сквозного нет. Если здесь вот видно, что раствор не смотрится не таким вот образом, ну ничего страшного. Если подмазать, ну для чего подмазывать, если я сам делаю и знаю, что там просто идеально. Еще раз подстучу эти. Клей выдавливается. Клей выдавился, и здесь тоже выдавился. Все. Раз, два, три, четыре, пять. Пять с половиной блоков. Установлены на клей, и буду сейчас продолжать дальше до самой этой вот стены, и далее уже полегче будет вторым рядом, уже побыстрее пойдет работа, но не все равно так быстро, потому что мне нужно зафиксировать таким вот образом за счет пены, вырезать, и вот так поставлю на всякий случай. И там тоже самое сделал, потому что пена вдруг выдавит. А зачем это мне нужно? Если здесь я заполнял шов, вырезая в блоке, а здесь вот, смотрите, тоже получился стык. И вот этот мне шов нужно заполнить, потому что, а вдруг здесь будет щелочка, это будет не очень хорошо. И блок тоже, возможно, будет прижиматься и прилипнет. Все получилось замечательно. Здесь получилось, видите, как ступенечка такая хорошенькая. Самое главное, вот эта вот подошва для стен. Вот эта подошва должна быть на растворе, чтобы там был прилип на все 100%. Вот так вот получается. Еще раз провибрирую. Ничего страшного, нет, удалю лишнее. А сверху вот таким вот образом замажу.
этот шов вот так получается. Далее, что у меня? Один штырек остался. И вот этот металл открытый тоже остался. Вот там вот есть щелочки, которые заполнятся пеной. В этом мешке находится клей в сухом виде. И чтобы мне приготовить клей и я это все прочитал, посмотрел картинки, и здесь четко написано. Но самое главное написано, не допускать передозировку воды. А чтобы мне не допустить передозировку воды, я приготовил вот такой вот аппарат и мерный стакан. Налил туда воды. Сейчас заливаю воду в это ведро и буду делать объем такой, какой мне нужен. Скажем, не полное ведро, а пол ведра или чуть меньше. И для этого опять смотрю, если бы я забыл, то беру лопаточку, помещаю ее в мешок и аккуратно, чтобы обязательно был трезвый, не рассыпал, засыпая на этот аппарат. Этот аппарат показывает, сколько нужно клея. То есть еще нужно добавить. Воды налил на две таких тарелки, то есть на 2 килограмма. Сейчас я опять буду вот так, главное быть трезвым, опять засыпаю. Смотрю на стрелочку. И высыпаю в ведро. Раствор первого замеса у меня получился именно таким вот образом, намазывая на блоки газосиликата. И вот так у меня получился первый ряд кладки на именно растворе, смесь которой получилась по написанному здесь в инструкции. Вот как получилось. Вот такая смесь клея получилась. Все намазал. Так. Пену. Пеной изолирую вот это железо. Все сделал. Укладываю второй ряд. Здесь получается шов, и там получается
шов, который должен быть от 3 до 6 мм. Это желательно делать именно шов. И нежелательно прижимать его до такой силы, чтобы он был в притирку, без шва. То есть одна пыль как бы была этого клея. Нежелательно этого делать, так как за счет толщины этого клея и происходит сгиб. Вроде понятно, сгиб. Если вкладка, например, будет как бы шевельну, или удар какой-то произойдет на эту кладку, то за счет этого клея произойдет вот такой вот сгиб, и трещины не будет. А если укладывать и бить постоянно, чтобы вот этот вот блок второго ряда упирался в блок первого ряда, то как бы в притирку, и ничто держать их между собой не будет. И произойдет просто невидимая трещина, о которой мы не будем знать и видеть. Вроде понятно. Теперь я убираю излишки. Вот здесь вот сделаю. И вот смотрите, здесь, конечно, первый ряд укладывался на клей, а поверхность была вот этой стяжки неровная. И вот этот вертикальный шов, он был или такой, или такой. И блоки как бы волной идут. И вот здесь вот... Вот я вот так вот бью. Конечно, вот эта сторона поднимается. Это 100%. Но за счет толщины вот этого клея я, конечно, могу потихонечку выправлять. И теперь армирую таким вот образом, чтобы блок этот не сдвинулся. При ударе, скажем, при ударе вот этим блоком, в этот блок, тут не сдвинулся. Ну, что-то такое. Теперь пальцем вот так вот делаю. А чтобы здесь не отходил этот блок, я здесь его заармирую. Вот таким вот образом. Пальцем вот так вот делаю. Все, заармировал. Все. Вот такой вот скелет получился. Получилась хорошая перевязка. Теперь буду дальше прикладывать блок и смотреть, как он будет гулять. Вот видите, как гуляет блок. Значит, мне надо нанести раствор. Раствор потолще. Ну и само по себе получится нормально. То есть классно будет. Никаких проблем. И за счет этой перевязки вторым рядом верхняя часть этой кладки будет уже более-менее ровнее, чем вот этот первый ряд. Верхняя часть здесь этого первого ряда, конечно, гуляет туда-сюда. А за счет перевязки я таким вот образом буду выправлять, и будет ровно. Но если визуально посмотреть, ну просто идеально. На самом деле здесь вот такая змея получилась. Ну что-то так. Мешок клея для газосиликата полностью израсходовал. Тут немножечко осталось, но не буду тянуть, а поеду за вторым мешком. И пены, по-моему, уже нет. Поеду тоже за пеной. Если такой пены не будет, куплю другую. Вот так вот получилось. И если вот так вот пошевелить, то уже конструкция, она просто не шевелится. Стал такой вот сплошной монолит. И звук такой вот глухой-глухой, если стучать по железу. Ну, вроде бы, вот такая вот работа получается.
сейчас осталось немножечко и клея нет. Срочно снимаю перчатки, еду в магазин покупать мешок клея. Вот так получилась стена, но она еще не до конца сделана. Останется вот здесь вот нарезать, вот таким вот образом укрепить и... Вот так вот сделать. Вот видите, как получается. И еще мощнее делается. Вообще мощь, страшная сила. Вот не верите? Я вам честно говорю, очень красиво получается. И главное, надежно.